Итак, всем привет. Мне часто задают вопрос, как же я установил на первый iPad свои игры? Игры у меня такие вообще, которые, ну, все пишут, что нужно iOS 7. Например, такие как он, Кармагеддон, Most Wanted. Most Wanted, наверное, была уже. World of Go, Traffic Race, там, например, Retro, Dubs, Wave, какой-то Badland. Это все игры, они только для семерок, восьмерок, девяток. Ну, уже, наверное, десяток в кругу. Ну, наверное, вряд ли. Ну, ладно. Все думают, как же я установил. Ну, я думал, я когда сделал этот iPad, я тоже думал, что будет вообще там одно-два или три приложения для iPad. Но нет. То же самое у меня было с этим, с iPhone 2G. То, что там вообще ни одно приложение не было для 2G. Представьте, ни одного приложения не было для 2G. Странно. Но что поделать. Этому iPad уже 6 лет. И, как вам сказать, много игр, они все тянут, не лагают. Я в шоке, то, что было, не лагают. И в чем прикол, то, что когда я скачал, когда я его установил, ой, когда я взял, установил свой iCloud сюда и скачал приложение легкую, потому что у меня на iCloud уже были эти игры, старые версии, и у кого есть на iCloud, то бесплатно, ну, можно скачивать. Не парьтесь. А, ну, у кого старый iCloud, у кого старая учетная запись где-то, ну, 2013-2012 года, то вообще не парьтесь, скачивайте, все нормально, берите iPad, у вас все есть. А если у кого новее, и кто не скачивал приложение, то, наверное, тому, наверное, вообще не надо брать этот iPad, потому что, ну, смысла нету, там не будет ни YouTube, ничего. Единственный выход для вас это установить jailbreak. Показать вам не могу, потому что у меня iTunes сломался, не знаю, что с ним делать. Уж комп надо весь перебирать, блин, а, из этого iTunes. Либо установить jailbreak, поглядите это, может быть, по ссылке, может быть, вообще в интернете просто делать, как сделать jailbreak на iPad 1. Вам много всего, вам там все объяснять по видео и так далее. Либо брать этот общий аккаунт, только не по iCloud, а по просто этому, по App Store. Ну вот, там, магазину. Вот сюда заходите, и можно скачивать любые приложения. Ну, как любые. Мне кажется, либо приложения те, которые были в iCloud, либо приложения те, которые были в магазине. Попробуйте, мне получилось. Многие игры тут у меня платные, я их скачал из общего аккаунта на iPad 1. Так что вот так вот. Не знаю, попробуйте либо сделать себе jailbreak, это 100% вам поможет, но это геморное дело. Так что, если что, пишите, я объясню еще чего-нибудь, так что ставьте лайки и всем пока.